Добрый день. Сегодня 12 мая, и у меня расцвел растение под названием винейный башмачок. Или циприпедиум. Сорт называется Сабина. Такое вот интересное растение. Довольно редкая вещь. Я его долго хотел купить, и вот в прошлом году осенью посадил. Но он еще маленький, это первый год цветения. Со временем он разрастется и будет более большим кустом. Листов у него будет больше, но здесь, конечно, будет хорошо себя чувствовать. Это вот это орхидея, называется садовая. Орхидеи, как правило, бывают тропические, но. Вот такие садов. Родом, я думаю, это откуда-то из Тибета. Полагаю. Забавно, такое вот крайне забавное растение. Сток устроен достаточно таким строгим. Вот тут у него есть такая большая круглая штука, как ее даже и назвать. И три лепестка. Вот, вот их называют линейный башмачок. Конечно, сказать, что он страшно похож на башмачок, я не могу. Какой он внутри. Эта вещь довольно редкая и не дешевая, надо сказать, потому что они размножаются с трудом и они долго растут, показываются. То есть это уже подрощенный, достаточно недешевый экземпляр. Будем надеяться, что ему у нас понравится, и он разрастется. Вот это, в принципе, орхидеи, поэтому ее, в принципе, надо сажать не в землю, а в кучу коры. Поэтому все рекомендуют ее вырыть небольшую яму, насыпать так коры, допустим, положить сверху корневище, пусть расправить по ней, чтобы она сверху лежала, и немножко сыпать землей. И в таком виде она и будет жить. А земли, в принципе, не очень нужно, хотя многие выращивают, по-моему, в открытом грунте. У него несколько побегов, но с цветоносом только один. Вот как он выглядит. Смотреть сбоку, немножко не фу. Такое вот у меня в саду новое растение.